Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настроения. Настораживает, вызывает напряжение. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Они ценят материальное благополучие и придают большое значение деньгам, однако им не свойственна скупость или мелочность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Этим людям нравится спорт, они физически развиты, сильны и выносливы. В основном нацелены на финансы, богатство и власть. Но если пренебрегают духовной стороной, то могут потерпеть неудачи в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.